В Ульяновске в парке «Семья» проходит День ТОС. В праздничной программе концерт, спортивные состязания, поздравления, ну и, конечно, награждение лучших ТОСов. Территориальное общественное самоуправление – это объединение граждан по месту их жительства. Люди организуют ТОС, чтобы сделать свой двор чище, детскую площадку уютнее, а палисадник красочнее. Сегодня все больше тех, кто не полагается на авось, а хочет все сделать своими руками, а заодно контролировать рабочие и бюджетные процессы. 6 числа у нас отмечается День ТОС, наш региональный праздник, а 7-го – день рождения ассоциации ТОС. Вот мы решили в пятницу, в это мероприятие провести. Вот сегодня будет День ТОСов Ульяновской и Ульяновской области. Сегодня будут здесь и награждения, будут разыгрываться розыгрыши, много работ площадок, разных площадок, которые здесь организованы центральной клубной системой и спорткомитетом. На центральной сцене парка награждали самых активных жителей ТОС за вклад в благоустройство, за активную общественную деятельность, воспитание подрастающего поколения и многое другое. Поощрили за благоустройство, за массовые культурные мероприятия. Наш ТОС развивается не только спортивными мероприятиями, но и культурными, как в православных праздниках Петра и Феврония, в семейных праздниках, то есть это День семьи, любви и верности, новогодние праздники. То есть мы очень активный ТОС. Пока родители чествовали на сцене, дети развлекались в спортивных состязаниях. Малыши играли в прятки, бросали горячую картошку, бегали чай-чай-выручай. Бабушки с дедушками в это время тоже не сидели без дела, пели народные песни, вспоминая молодость. В общем, праздник удался и понравился он абсолютно всем, от мала до велика. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.